На телеканале «Беларусь 4 Гомель» новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. Завершились чемпионаты первенства Гомельской области среди спортсменов 2003-2004 годов рождения. Денис Близнец стал первым на дистанции 60 метров. Екатерина Поплавская трижды поднималась на пьедестал в дисциплинах бег с барьерами 60 и 200 метров. Артем Бондаренко завоевал золото в тройном прыжке, а Дмитрий Марфушкин в прыжках с шестом. Среди спортсменов 2003-2004 годов рождения победили Александра Ковалева в беге с барьерами, Ренат Шугай на дистанции 200 метров, а Александр Акинчиц на 200 и 400 метровке. В прыжках в длину не было равных Марии Каток, а в толкании ядра – Евгению Бриге. По итогам этих соревнований лучше отправиться на чемпионат страны и первенство республики. Оба турнира пройдут в Могилеве. С 10 по 12 февраля – первенство, а с 20 по 22 февраля – национальный чемпионат. В Гомеле состоится чемпионат области по дзюдо. В турнире примут участие мужчины и женщины. Всего около 160 спортсменов. Соревнования пройдут на площадке спортивного комплекса «Гомсельмаш». Старт поединков 6 февраля в 11:00. В этот же день определят и победителей турнира. Отмечу, что лидеры области Виктория Новикова, Ульяна Миненкова и Егор Трухан выступать не будут. Сейчас они находятся на сборах в стайках. Уроженец Гомельщины велогонщик Василий Кириенко завершил карьеру. Спортсмен озвучил свое решение после консультации с медиками по поводу проблем с сердцем. 38-летний спортсмен пропустил начало прошлого сезона. За карьеру Кириенко выиграл золото, серебро и две бронзы на чемпионатах мира по велогонкам на шоссе, дважды побеждал на Европейских играх. На его счету победы на трех этапах Джира и на одном этапе Вуэльты. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на «Беларусь 4».